лучшая! Лучшая! Наилучшая игра про криминальную Россию! И это именно так! Amazing Roleplay! Атмосферная игра с голосовым чатом и отыгровкой своего персонажа! Простой установкой и, самое главное, действия игры проходят в России! Деревни, города, автомобили, от ВАЗа до БМВ и гелика! Все это Россия, которая знакома тебе с детства! Здесь есть армия, полиция, ФСБ, МЧС, банды, маги и многое другое! Максимальная атмосфера лучшей игры! Amazing Криминальная Россия! Просто попробуй, это бесплатно, а вся игра проходит с реальными игроками и очень похожа на GTA! Заходи в описание и скачивай игру! Обязательно укажи промокод из описания при регистрации в игре, чтобы получить деньги на 5-м и 10-м уровне! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу Эксперименты. Здорово, здорово. Итак, ребята, это обновленный спуск без тормозов. И, ребята, у нас есть на спуске разные трамплинчики, по которым сегодня мы и будем спускаться. Поэтому я с самого начала хватаю первую машину и гоже на стартовую линию. Так, друзья, время для Поршика и для Элеонор. Это Ford Mustang, Shelby Cobra, GT500. И я полетел. Юрец тоже разгоняется и тоже за мной погнал. Да, я лечу. Посмотрим, что получится. У меня тапки пролезают сквозь днище. Нормально, в принципе, ничего необычного. Так, пробил. Да, пробило днище. Так, короче, я кое-как тут спускаюсь по чуть-чуть, да потихонечку. И вот таким вот, слушай, неплохо, вроде как встал, поехал. Ребята, трамплинчики у нас располагаются. Трамплинчики могут вопросики-то как бы многие порешать, поэтому будем использовать их. Вот полезный, это вот этот. Ну, ой, да, будем их использовать по факту. Он мне даже не потребовался, я нашел прыжок офигенский, где можно перепрыгнуть вот этот переезд. Да? Так, я на самом деле тоже сейчас зря этим воспользовался, можно было. А, ну, в принципе, скорости просто нет, поэтому я спокойненько еду здесь. Прям вообще спокойненько. На самом деле, вот эти трамплинчики нужны редко, но если они не нужны, то прям, ну, они могут реально сделать хороший буст. Ну, так, прям... но я... Плохо у меня все. Я доезжаю до дырочки почти и встал. А ты где? Я остановился. А ты стал, получается, у нас где-то вот здесь, плохо. Да. Окей, ребят, меня машина, спускаемся дальше. Короче, я разгоняюсь, и, слушай, ну, 160. Я такой еду, короче, думаю, а где антикрыло, короче, у Порша? У него движное. У него просто, чтобы ты понимал, оно должно как бы же, ну, продолжать кузов. Но. А у меня его вообще не было, дырка была. А, да? А я и думаю, в смысле, где оно? Стрели. Короче, слушай, на самом деле, Ренджаку-то больно. Что там? А, не, оно пропадает, понял? Оно, короче, закрывается, а потом пропадает. Прикол. Короче, я кое-как еду, пытаюсь еще чуть-чуть помаленьку, да по чуть-чуть. Разворачиваемся. Вот таким образом. И, ребята, здорово, Юрец. Как дела? Ола, видел, как у меня? Мажек, красава, просто пушечка. Просто пушечка. Но я, на самом деле, далеко, видимо, не уеду, потому что скорость у меня хоть и 50, но она падает по чуть-чуть. Ёпта, она еще врезаться умудрился. Да, я по тебе проехал. Ты как врезался, задница, что ли? Да, меня развернуло, но я поехал. Я тебе помог немножко, поехал, да. Угу. Так, ну, помаленьку, да по чуть-чуть. А, на самом деле, я уже почти доезжаю аж до дырдочки, прикинь. Я въехал в дырдочку, да, и, кстати, да, и встал. Все, я встал. А я думаю, что потом я добавлю еще парочку трамплинчиков, которые, думаю, что их сделаю вот в таких вот прикольных местах, где обычно мы врезаемся. Вот, это, ну, чуть позже. А ты у нас, получается, топ-2. Что около Элеонор, да, в топ-2 заезжает. Окей, ребят, у меня машина, спускаемся дальше. Итак, ребята, время для угарнейшей маленькой машинки для Q8, поэтому разгоняемся. Ема. Угарная машинка, я, короче, полетел. Так, ну что, впереди у нас трамплинчики, впереди у нас гора, и Юрец там выше пока. Я прям в трамплин лечу, чекай. Прям у него, да? Ну не, немножко право. Дерево, ух ты, пролетел над деревом, фига, так ты пролетел. Ема, я тут пролетел. Ема, хорошо. Так, а что у нас здесь? Здесь я как? Здесь зачем? Здесь почему? У меня, короче, за окном небольшой участок поля, его, походу, там, не знаю, что с ним делать, так травой запахло. Да? Офигенно. Так, ну, давай, 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 давай. На карантине на улицу выйти нельзя, типа, да? Ага, в таком духе нет, только... Я в Поршик врезался, такое себе. Что, он разгоняется неплохо, на самом деле. Невидимый угол достал уже меня. Так, скоро здесь мы немножко взяли. Нормально. Да нет, ну куда ты, ну куда ты, ну зачем, ну почему, ну как? Вот так вот, вот давай, маленькая пони, да, в топ-2 заезжаем, уверен. А что, в топ-1? Чего? Я обогнал Ренджака. В смысле? И еду. Я сейчас выйду из дырдочки, да? В смысле? Давай, пони, давай. Давай.
Поехали. Да, скорость была 9, я выехал из дырдочки. Ты охренел? Охренеть, маленькая пони. Чего? Я в воду въехал. Я вижу. Охренеть, неждан, максимальный. Ну, слушай, на ней вот так посмотри со стороны, похоже на катамаран машину. Да. Плавать должна реально. Короче, ребят, мне машину, спускаемся дальше. Погнали. Так, друзья, время для CLS и для Драгстера. И, короче, погнали, сейчас посмотрим, кто как. Я погнал. Я не прыгнул, я залезал, ты видел? Да, вертухай делаешь прям конкретный. Слушай, но CLS хорошо прям улетает очень. И вот ему бы на его скорости было бы класс сейчас как бы заехать на трамплинчик. Прям реально было бы офигенно. В смысле ты дальше улетел? Охренеть, я полетел удачно. Такое. На колеса, давай, только... Еп. Только не, да зачем на дерево, ну столбы долбаные, я бы так хорошо, я бы улетел бы просто в озеро. А в итоге я занимаю... А, в топ-1, да, заехал я? Да, в топ-1 заехал. Прикольно. Точнее, как раз залетел, а ты где, скажи, ты еще едешь? Я стараюсь развернуться. Ты у нас, а где-то здесь-то, да, я понял тебя. И Юрец, да, встань, там... на... Юрец на крыше здесь чилит. Вот, все, поедет. Поехал. Оно поедет, просто на крыше реально, если да. Попадает. Слушай, а можно... У-ху! И на другой трамплинчик сразу, короче. Ну, такое нет. Да, на другой трамплинчик меня уже не хватит. Ага. Так, на самом деле, давай. Что-то я чуть не пожалел, то, что я это сделал. Так. Развернись ты уже. Тысяч. Короче, о, бампер, фига, бампер, фига, о, да, бампер, да, бампер, да. Бампер, ты куда поехал, молодой? Я в топ-1 хочу. Челоды, молодые, не-не, в топ-1 тебе слишком жирно. Фига ты скорость так, что тебе. 60 тысяч. Ёпта, что? В смысле? Ай, камень! В смысле? Откуда вот это вырос, обидно сейчас его? Было просто. Я вообще про него забыл. Обидно. В смысле? Окей, ребят, мне машины, спускаемся дальше. Итак, ребята, время для GMC старенького HT колесного Hammer. У меня даже нита нет почему-то на нем. Ну ладненько. В принципе, я сейчас такая прожму второе один раз таким вот образом, и все. А, так, но мы с Юрцом примерно одинаково летим. Я помню эту дапсу, вот этот Hammer. Он такой. Ага. Такой, да? Ну, короче, я здесь чпоник. О, фига. Нихера ты полетел. Ты видал? Я думал, сейчас тебя врежусь, если честно. Пролетел. Я как брейкдансер, короче, цепанулся в верхушке рампы и сделал парочку вертухаев, типа на нем, знаешь, такой, типа, фристайл вот это, знаешь, фристайлу. Такое было. Самое интересное, что я остановился, но я сейчас встал на колеса и поеду. Я тоже встал, братан. Я так тупо встал. Я жду тебя. Но. Я знаю, что ты не поможешь, должен помочь. Знаешь, такая братская помощь. У меня есть идея получше. Не, пошел там нахер, не поможешь сейчас, давай-ка. Помогай. Нет. Ах ты собака. Давай-давай, и на меня. Ту-ту-ту-ту. А, немножко... Нет, но нет. Я даже не попал. Не фартанул. А, ты немножко цепанул меня чуть-чуть совсем. Так, реально, Джон Сина залетел. Тун-ту-ту-тун. Короче, понятно, немножко Юрий скатывается и встал. Мне машина, спускаемся дальше. Итак, ребята, время для двух монстр-траков. Маленький и супер-огромный. Короче, поехали. Так, давай. Либератор, монстр-трак, самый маленький в мире монстр-трак. Я полетел на одном нитро, короче, в конце прожал. Разве, конечно, решает. Ты будешь, ну, да. Мне кажется, овер долго ехать. Ну да, наверное. Так, и чпонь. Ёпта, дерево. Опять дерево. По горам. Да. Кстати говоря, вот он, может быть, и на трамплине было бы крутой. Я вот и хочу на этот большой попасть, но если честно... Давай, маленький, поехали, хорош. Всего хреново пока. Так. Я попал на трамплин! Да? А, у этого либератора, короче, все колеса крутятся, понимаешь, как у большого, поэтому очень странно работает у него поворот колес. Да, то же самое, только уменьшенная машинка. Да. Осторожненько. Я, короче, пнул GMC свой, который стоит. И что? Я в него врезался, короче, немножко его пнул, и что странно получилось очень. Ладно, короче, я еду, скорость на самом деле неплохая, ты где, скажи мне? Я торможу уже, 20-19. А, понял. Всё. Так, ребят, сейчас будет прыжок веры. Прыжок... Не будет прыжка веры, я понял вас, да. А я два раза прыгнул, довольно-таки неплохо, за счет подвески, да? Короче, либератор смог. Я вот паркую. Так, давай, немножечко, маленечко. Вот так вот мы, вот таким вот образом. Тихо. Ну, короче, да, из-за того, что у него колеса все поворачиваются, он не поедет скорее. А, ну, может быть... А, нет, что, разгоняется? Да разгоняется, нехотя, помаленечку. Так, я, ребят, ВК не закрыл, я извиняюсь, там у меня цок-цок происходит, я извиняюсь. Так, ну-ка, 16, скорость 18, 19. Ну, все, сейчас стану, да? 9. А, нет, опять разгоняюсь. Пни меня, Юра, сзади, хорошенько. Наконец-то остановишься. Ну да, остановлюсь. Обгоняли большой?
Нет, не обгоню, все, встал. Окей, ребят, меняем машину, спускаемся дальше. Окей, ребята, время для гоночного болида и для колеса. Капец, ты там колесу матишься. Че ты проехал? Парлу. Парлу. Залез орёль на большую сосну? Не залез, он соснул просто. Я понял. Окей, базар ноль. Короче, я здесь чпонькнулся. На самом деле, очень странное. Что? Я встал? Чего? Нет, я крутил колесами и... Что происходит? На самом деле, этот гоночный болид неплохо разгоняется, но он такой себе. Я встал просто максимально тупо. Что за бред? Как это? А если я подтолкнул? Нет? Не поедет? У меня колесо багуется, не едет. Нет, он не поедет, я понял. А ты где? Ты у нас... Я встал. А, серьезно здесь? Да, такое. Окей, ребят, последний прыжок на сегодня. Его выбирать тачки. Давай. Окей, ребята, время для двух маленьких тачек. У меня на крыше все свое родное. Патефон, там, чемодан и так далее. Короче, разгоняемся и... Ема, ты нитро прожал так-то. Здрасте. Ну, чуть-чуть, просто нажал. Да, я, короче, тоже полетел. Но у меня нитро не было просто, поэтому. Первый. Я не верю в чудеса. А у меня, между прочим, это Купер С. Довольно-таки неплохой агрегат, на самом деле. Купер С. На тебе. Нормально. О, у него мотор сзади, как у Порше. Задницу мне повел. Это же Volkswagen Beetle, да, у меня, если не ошибаюсь? Не знаю, я понял, короче, я когда-то в онлайне давно на этой машинке просто копов дрючил. А, сильно. В кошках-мышках. Сильно. Так, а ну-ка на колесике. Вот так вот. А, здесь же GMC-ха стала огромная. Я вижу тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай ко мне, братан. Давай. В кузов. Нормально. А, еще есть... Подожди, может, если я покручу колесами, то... Не, ничего не... Обидненько. Ясненько, но... Да, ты тоже далеко вряд ли уедешь. Но в кузов это красиво. Да, на самом деле. Так, но, короче, Юрий здесь потихонечку скатывается на мини-купере. На мини-мини, совсем мини-купере. И куда? И куда? Ну, тормозит он уже. Тормозишь, да. Ну, хотя 19... 15. Ну все, короче, станет понятно. Итак, ребят, сегодня первое место занимает, я думаю, две машинки. Это одновременно CLS и, короче, неожиданно маленькая штучка такая вот, короче. Это, давай назовем ее, не знаю, как она называется. Метро. Называется машинка метро, пускай будет. Ну это глупость, конечно. Короче, маленькая такая угарнейшая тачка. А сзади что-то написано? Не знаю, даже есть что-нибудь, шильдик какой-нибудь, не? Есть что? Ну, не знаю, как перед. Колеса бы не было, хер бы отличил. Понятно. Короче, назовем это катамараном. А потом, ребята, у нас получается, что идет монстр, ой, не монстр, а драгстер, а потом уже здесь идет вок и так далее. Окей, ребята, как сейчас получилось, если вам понравилось, то ставьте лайкусики, всем удачки, всем пока. Пока, народ.